финале конкурса «Лапуля-2008» участвовало 11 детей в возрасте от 4 до 6 лет. Перед началом выступления конкурсантов для них и их родители показали костюмированное представление под названием «Белоснежка и семь гномов». Ну а первое дефиле участников конкурса проходило в национальных костюмах. Во время двух следующих конкурсов «Видеоприветствие» и «Россыпь сокровищ» участники рассказывали о своей семье, увлечениях, декламировали стихотворения, пели и танцевали. Во время перерыва для присутствующих в зале продемонстрировали шоу мыльных пузырей под названием «Bubble Fantasy». Самое большое впечатление оно произвело на детей. Затем последовал третий, заключительный конкурс «Бал Белоснежки». Теперь участникам нужно было продефилировать в вечерних нарядах. Перед жюри встала непростая задача. По мнению его членов, все финалисты хорошо подготовились к конкурсу и также хорошо выступали. Но, как всегда, победить должен один. Мы по 10-бальной шкале оцениваем каждый конкурс. И складываем арифметически все баллы, и самый высокий балл у нас получился победитель. По итогам конкурса мини-мистером и мини-мисс Лапулями 2008 в возрасте от 4 до 5 лет стали Артем Ветошкин и Лариса Караку. Мини-мистером Лапуля 2008 в возрасте от 5 до 6 признан Никита Загорняк. А главный приз и звание мини-мисс Лапуля 2008 в возрасте от 5 до 6 лет завоевала Диана Магомедова. Я играла в саду с мамой. Мы репетировали испанский танец с моим другом. Его зовут Боба. Ты ходишь на танцы? Нет, я на танцы не хожу. Ну, раньше ходила. Мисс Лапуля 2008 приглашена на международный фестиваль движений Европы. Он будет проходить с 5 по 13 января в городе Сочи. Там Диана Магомедова будет представлять наш город и бороться за звание Мисс Надежды Европы.